Всем-всем привет! Вышла сегодня вам рассказать о моих новинках января. Ну, кто уже знает, я показывала, смотрели. Вы, наверное, в январе я приобрела себе нейровижн. Что меня спровоцировало купить нейровижн? Солнышко на улице, белый снег, яркость, контраст и... Когда мы пошли с мужем гулять, то у него очень вышибает слезу. У меня поменьше, потому что я принимала Vision Box ранее. Муж не принимает Vision Box. Тогда я слышала и знаю, что нейровижн, у него есть в составе такие компоненты, которые работают как солнцезащитные очки. То есть они работают на сетчатку глаза, эти компоненты. Это мне как раз на руку. Я думаю, что надо, наверное, взять и попить. Ну, плюс еще здесь хорошая очень дозировка омеги, что мне необходимо, и плюс еще для головного мозга. Я работаю педагогом, у меня очень много информации, и, естественно, мне надо большой объем информации запоминать. И вот, я пропила уже 19 дней. Осталось одно саше, один пакетик на завтра. Что я хочу сказать? На улице я свободно хожу, не щурив глазки, и у меня нет слезы. А слеза у меня не течет. Меня это очень радует. Еще меня очень порадовало то, что у меня мыслительная деятельность стала намного, намного быстрее, не затормаживается. Объем информации я запоминаю и помню, что мне надо сделать, потому что, ну, бывает такое, что забываю. Ой, я что хотела еще сказать? Боже мой, забыла. Я приобрела вот этот аромат. Я его сейчас нанесу, и пока мы с вами разговариваем, буду слушать его открытие ноток. Ароматик этот, оранжевая роза, это новиночка для меня тоже. Сейчас я его нанесу, сделаю врата Клеопатры над собой. Ой, какой аромат! Нанесу на пульсирующую точку. Ну, и мы продолжаем про нейровижн. Я поняла, что мне... Ой, обалдеть! Что мне надо этот препарат пропивать периодически. Сейчас, вот завтра 20-й день, я его допиваю и... 10 дней пить не буду. За 10 дней я заказываю еще одну коробочку и еще одну коробочку тоже пропиваю. Но я так хочу. Мой организм хочет так, потому что я хочу хорошую память. У меня была операция с длительным наркозом. И, естественно, головной мозг как бы плохо информацию усваивает. Вот это мне очень нравится. А еще нейровижн поднимает даже... тех, кто, у кого инсульт, работает хорошо, да, с людьми, у кого был инсульт. Поэтому присмотритесь к этому препарату. И наверное, надо брать, надо себя любить, потому что легче предотвратить, чем потом химическими таблетками поглощать боль и больше ничего. Лучше не допустить, чем допустить и потом уже не знать, что делать дальше. Далее. Ой, ребята. Какой аромат. Ягода можжевельника. Обалдеть. Говорят, аромат оранжевой розы – это аромат успешных женщин. А успешная женщина, она должна быть чуточку такая, с горчиночкой, да?
чуточку с перчиночкой. И вот здесь я слышу, перчик в нос так бьет, так горечь такая, немножечко пошла горечь. Еще какая-то специя. Не могу сказать, какая еще специя. Ладно, будем дальше слушать. Ой, а вы про врата Клеопатры слышали? Вот я сделала вначале, да, рассказала аромат врата Клеопатры. Наносим над собой, и можно еще покружиться. И оседает аромат, он как бы окутывает и одевает вас вот в этот вкусный, приятный ароматик. Ой, как вкусно. Ой, как вкусно. Я не знаю, как сказать, вкусно, невкусно, но ну, как-то вот, вот эта горчиночка, перчиночка, она стоит у меня. Мне нравится. Еще у меня в этом месяце появилась новиночка. Коллаген со вкусом черники. Коллаген со вкусом черники морской. Я присутствовала... Была на лекции нутрициолога. Тема у нас была очень полезная, очень нужная. Сахарный диабет. Так как у моего мужа сахарный диабет второго типа, оказывается, сахарный диабет делится на 4 части. Да, есть сахарный диабет, диабет первого типа, сахарный диабет второго типа, сахарный диабет у беременных может быть, а потом он прекращается. Вообще, вот для меня это была новинка. Для меня это были новые знания, и мне их надо знать, чтобы вам рассказывать дальше. И вот наш нутрициолог Елена Михайловна нам рассказала, все разжевала и вроде положила. Девочки, глотайте и рассказывайте своим клиентам. В программе для сахарного, для людей, кто болеет сахарным диабетом, составляющая тоже есть коллаген. Я послушала и решила, что коллаген нужен и мужу, коллаген нужен мне. Мужу нужен, так как у него сахарный диабет второго типа, так как у него бета-клетка, она запаяна, да, и туда нет проходика, нет никак, ключик не попадает, поэтому ему надо коллагенчик пить, ему надо, чтобы клеточка эта раскрывалась. А мне коллаген нужен для кожи, для тургора кожи, чтобы кожа у меня не обвисала, для суставов, для костей моих. Ну и естественно, раз здесь черника, то для чего он нужен? Для наших глаз, да? Вот. Поэтому мы уже стали принимать с мужем морской коллаген. Вкус у него очень хороший, очень приятный. Так как я любительница ходить по лесам, собирать ягоды, то я знаю вкус черники, вот лесной черники. И вот здесь, когда выпиваешь бокал вкусного, красивого напитка, он цвет приобретает очень красивый, то послевкусие такое, как будто съел горсть черники, вот вкусную горсть черники, да, рот черный, черный потом. И вот потом вот такая небольшая оскоминка кислого, да, чуть-чуть. Плюс еще вот этот вкус и косточки. Косточки, вот когда съедаешь, там же мелкие косточки. И вот в этом составе тоже порошок этот. И вот он очень-очень приятный. Что находится в этом пакетике? Сейчас я вам покажу. Здесь очень приятно. Вот такой порошочек. Плюс там мерная ложечка. Такая мерная ложечка. И он... Ой, и такой вкусный напиток. Муж согласился, сразу стал пить. Есть еще коллаген такой без вкуса, просто морской коллаген. Но я решила взять со вкусом. Я девочка, я люблю вкусненько. И мужу тоже понравилось. Поэтому теперь у нас на нашем кухонном столе, кроме БАДов, стоит и вот эта пачка. Приятная, по цвету, красивая и вкусная содержимое. Дальше. Ой. Вы знаете, в ноябре месяце, когда я ездила к своей внучушке, любимой внучушке,
на 2 годика ей было, муж моей дочери подарил ей большой букет оранжевых роз. И когда они стояли, вот они так благоухали хорошо, и вот этот аромат, вот сейчас начинает раскрываться аромат именно розы, именно розы вот этой оранжевой. Мне посчастливилось познакомиться с этим ароматом в сентябре месяце, когда я ездила на события в Санкт-Петербург. И там мы знакомились, была представлена коллекция, вся коллекция этих ароматов. У меня тоже почти вся коллекция собрана уже, потому что я не консерватор. Я очень люблю разные ароматы, ароматы под настроение. У меня есть цифровые ароматы, но об этом потом, ладно. Вот. А сейчас я хочу еще несколько пары, да, два аромата, еще нет, 3 аромата есть уже, 2 ароматов нет, их всего лишь 5. Розовая, оранжевая, красная, неоновая, плюс белая. Сразу в Санкт-Петербурге я влюбилась в неоновую. А вот сейчас, когда приобрела эту и вспомнила аромат у дочери букета, вот он, прям один к один, один в один. И сейчас раскрывается розочка. Ну, кто любит розы, вы поймете меня. Я вообще раньше никогда не любила розы. Ну, для меня розы были просто розы. А сейчас, наверное, вот этот возраст, наверное, я хочу розы. Даже вот у меня в этом году хочу посадить себе в палисаднике розы. У нас свой дом, а вокруг палисадник. И я уже созрела посадить дома у себя розы. Хотя у меня ромашки, у меня много всяких таких простых цветов. Но сейчас что-то я хочу вот этой шикарности, шикарности. Мне нравится этот аромат. Так, роза. Роза. А еще, вы знаете, как будто вот, когда в церковь приходишь, и батюшка ходит с кадилой, да, вот ладан. Вот этот ладан. Сладковатость такая какая-то. Очень хороший аромат. Очень нравится мне этот аромат. Почули, наверное, тут. Ну, так интересно, очень интересный аромат. Очень интересный. Что дальше будет, как он раскроется дальше, я еще буду слушать, потому что аромат, мы знаем, да, он раскрывается постепенно, вот верхние нотки я услышала сразу, да, сейчас вот раскрывается, потихонечку раскрывается вот этот ароматик розы, лаванды, пачули. Советую, дарите себе на 8 марта, дарите своим любимым, знакомым, сестрам, мамочкам своим, дарите. Он всего-то стоит. Ну, вообще вот, ну, в принципе, не в цене дело. Главное во внимании и главное в том, чтобы приятно принести, подарить. Вот такой ароматик. Оранжевый вот такой вот аромат. Вот такие мои новиночки в этом месяце, в январе, были со мной. Нейровижн. Коллаген морской. Ну и плюс, сегодня я получила вот этот аромат оранжевую розу. Все, кто меня знает, приходите ко мне в мой чат. У меня есть в телеграм-чат. Я не представилась, да? Галина Плитко. Кто будет впервые меня смотреть? Галина Плитко. У меня есть в телеграм мой чат. Приходите. Подписывайтесь на меня. В своем чате я раскрываю очень много информации, даю о продукции Siberian Wellness. Ну и, наверное, все. Приходите, тестируйте, звоните, пишите. С вами была Галина Плитко.